Эй, ребята, всем привет! Догадывайтесь, куда мы сейчас поедем? Правильно, сейчас мы поедем получать приз, который мы выиграли. Выиграли мы конкурс, значит, канал Романикс победил в конкурсе, который разыгрывал компания МД Регион. Романикс, я уже обновил свой пин, есть ссылка, давайте посмотрим подписку. Есть подписка на наш канал. Романикс, поздравляем, вы выиграли пинпоинтер. Ну так сложилось. Мой канал победил. Вот. И сейчас мы едем получать. Возможно, видео будет немного темновато, потому что это уже 6 часов вечера. Я возвращаюсь с работы, и мы сейчас заедем, получим наш долгожданный подарочек. Так, вот, друзья, наш магазин. Вот так он выглядит. Вот нам надо входить в терем. Пойдем. Жик-жик. Так. Наверное, не сюда. А мы не в тереме работаем. Опа. Поднимаемся. Налево. Вот наша дверь и магазин МД Регион. Ну что, входим? Здравствуйте. Здрасте. Роман. Станислав. Поздравляю вас с победой в конкурсе. Примите от нас приз. Ура! Пинпоинтер. А мы его проверим, Станислав? Да, конечно же, проверим. Ох, а я уже купил марсовский. Но это будет запасной, да? Да, но это подводный. То есть можно где-то в воде искать. Да, даже так? Да, конечно же. Прикольно. Смотрите, проверяйте. Гарантия у нее есть? Блин, тут гарантия 2 года. 2 года даже. А на марсовский, по-моему, год, да? Да, год. А. Тут все запаяно. То есть и вот это вот отверстие, да? Вот да, конечно же. Это подводное до, можно, 1,5 метров. Вот такой пин у нас теперь будет. Будем им искать золото. Соответственно, ремешок, чехольчик. Ну и гарантия. Круто. Халява! Халява! Халява, халява, халява. Так, мне нужен паспорт вам показать, да? Как, да, расписка. Как вы определили, что здесь? Так, расписка. Ну, с вами разговаривали же. Ну да. Здесь фамилия, инициал, где покупатель. И здесь подпись. Для того, чтобы гарантия действовала. И автограф. Чехольчик какой модный, это. Да, конечно же, или на пояс можно вешать. Уже соответственно, к нему можно прикрепить, чтобы не терять. Изгибы. Gold Hunter. Опачки. Так, тут кнопочка. Линейка. Все дела. Я, честно говоря, не ожидал. Я всю жизнь думал, что вот эти все розыгрыши в соцсетях это лохотроны. Нет, мы для клиентов работаем. Соответственно, если конкурс устраивает, то победить возможно.
Ну, да, теперь... Главное участвовать. Теперь это на своей шкуре, так сказать. Поинтер, это инструкция. Тут у него несколько режимов, да? Да. Они переключаемые, 4 режима, 2 по звуку и вибрации, 2 по вибрации просто. Угу. Соответственно, товарный чек на товар. Все, да? Так, и еще. Все. Пользуйтесь прибором, участвуйте в конкурсах. Все, да? Еще раз поздравляю вас с победой. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, это всегда приятно. Особенно когда халява. Ну, да. Ну мы русские люди, мы любим халяву, да? Давай. Ну, тоже участвовали в конкурсе. Конечно, это. Когда-либо победа-то придет. Подарки-то это всегда приятно. Ох, какой. Так, ну что, друзья, участвуйте в конкурсе вместе с МД регионом. Всем желаю вам победы, как и мне. Каждые 10 тысяч там, да, металл детектор будет. А, насколько знаю, да. Вот. Будем надеяться на большее, на лучшее. Ну что, собираемся домой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем успехов, пока!